Lightning, a squadron of landers went down in this industrial area. Your assignment is to get in there and check out all of the crash sites. Всем привет, с вами снова Эм, и я продолжаю проходить игру EDF. Снова меняем класс персонажа. Давайте снова по кругу пойдем. Возьмем тяжеленького чувачка. Посмотрим, что тут новенького у него есть. В принципе, сойдет все стандартное. То, что было в предыдущих частях. Здесь тоже пойдет. Хотя давайте посмотрим, что есть тут из гранатометов каких-нибудь. Beta squad will be joining you for this one. I called in a few favors at the motor pool and купим вот эту ракетницу. И пойдемте поатакуем. Можно еще цвет поменять. Ну, давайте вот таким. Поехали. Okay, Lightning. I have a waypoint up for the first crash site. Proceed with caution. Пулемет стандартный. Affirmative. А вот ракетница немного другая. Hold up, Lightning. Looks like you have ravages inbound. Двигаемся в том направлении и уничтожим всех гадов, что есть. Вы видите перед собой танк. Еще одно оружие, которое можно использовать в игре. Для этого садимся в танк и едем. Также ваши напарники могут сесть за одну турель справа и одну турель слева. Стреляем по носителю. В принципе, двигаться можно и можно и не двигаться. Главное только уничтожить вот эти носители. Один корабль уничтожили, остался корабль. Теперь лучше вылезти из танка. Вот по этой причине. Также не попадите под удар корабля. Живем наших товарищей. И добьем остатки. Зачем что-то оббегать, когда можно идти прямо на прополу? Используем синюю лампочку, о, зеленую лампочку. Lightning, the lander is FUBAR, but I'm picking up surviving crew members not far from your position. Activate the self-destruct sequence. И уничтожим его нажатием той же самой зеленой клавиши. Lightning, отходим. Get to that waypoint. Иначе рванет мама не будет. Ну и только что, прямо в меня, приземлился вот этот вот здоровый сволочуга. Уничтожили. Его.
теперь лучше отходить, иначе рванет. Соберите то, что с него выпало, если с него что-либо выпало, и добейте остатки. Destroy all ravages and keep those crew members alive. EDF needs them. Новый тип противников. Паук, который носит на себе взрывающихся тиков. Довольно-таки жесткий противник, потому как обладает огромной жизнью. Расстреливает вокруг себя взрывоопасных тиков, которые мешаются, атакует вблизи жвалами, а также может как таран нести с разгона. После своей смерти взрывается, разбрасывая последнюю партию тиков. Мочить лучше самого мощного оружия, которое есть. Bomb
Осталось добить оставшихся, не забудьте собрать, если их осталось. Good work. И двигаемся дальше. Point and await further orders. Roger that. Что ж, спасибо за просмотр, с вами был Вэмп, встретимся в следующей части. Пока!